Большое спасибо. И по традиции мы начинаем знакомить вас с почетными и уважаемыми судьями чемпионата Эстонии. Итак, встречайте. Главный судья соревнований, председатель судейской коллегии Союза бокса Эстонии, судья международной категории АИВА Александр Пахмурдов. Главный секретарь соревнований Татьяна Семенченко. Уважаемые судьи, судья международной категории АИВА Яков Петерсон. Судья международной категории АИВА Геннадий Смысарезов. Уважаемые судьи, не стесняйтесь. Судья международной категории АИВА Вадим Никифор. Судья международной категории АИВА Руслан Москалев. Судья международной категории АИВА Александр Горецкий. Судья международной категории АИВА Игорь Лаур. Судья международной категории АИВА Ивар Кун. Судья национальной категории Константин Йон. Судья национальной категории Морис Пухно. Судья национальной категории Олег Савченко. Судья национальной категории Алексей Зайцев. Судья национальной категории Вячеслав Иванкевич. Судья третьей категории Андрей Слободян. И ваши клубы еще раз аплодисменты, уважаемые болельщики судьи. Давайте поаплодируем, пожалуйста, болельщикам. И встречаем боксеров, главных героев нашего чемпионата. Они на разминке. Давайте, давайте, поаплодируем. Вот они, те самые парни и девушки, которые будут сегодня, завтра и послезавтра радовать вас своим мастерством. Ну еще раз, будут бодро, активно. Давайте пожелаем всем участникам победы. Вы тоже активно включайтесь, уважаемые болельщики. И я с удовольствием предоставляю слово председателю Нарвского городского собрания Александру Ефимову. Добрый день, уважаемые участники чемпионата. Добрый день, уважаемые зрители, организаторы, судьи. От имени Нарвского городского собрания я с огромным удовольствием приветствую вас на чемпионате Эстонии по боксу, на чемпионате, который проходит в 100-летний юбилей нашей страны, посвящен этой знаменательной дате. В этом году проходит очень много различных мероприятий, культурных, спортивных, которые посвящены нашей стране. И чемпионат Эстонии, проходящий в Нарве, безусловно, украсит палитру этих мероприятий, безусловно, будет очень интересен и важен и для нашего города, и для нашей Эстонии. Я желаю участникам показать все свое мастерство, я желаю всем достойно выступить, я желаю тренерам и наставникам, родителям испытать гордость за ваших воспитанников. Я желаю зрителям получить удовольствие от сегодняшнего чемпионата, а судьям я желаю быть объективными. Спасибо, удачи всем!